Новости спорта. Казахстан выиграл историческое золото чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе. Золотую медаль стране принесли Эдуард Ким и Наргиза Булатова. По артистическому плаванию в дисциплине технический микс-дуэт, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Серебро досталось Китаю, а бронза – Мексике. Отметим, это первая золотая медаль казахстанских спортсменов на чемпионатах мира по водным видам спорта. Сейчас в медальном зачете Казахстан с одним золотом на пятом месте. Возглавляет таблицу Китай.